Мы солидарны с шахтерами в том, что необходимо на шахтах вводить повременную оплату труда, наказание в обязательном порядке всех тех, кто бросил на народ ОМОН в Междуреченске. Что это такое? Что это за практика карателей в собственной стране? Префектура ЦАО не согласовала проведение этого пикета. Сегодня проходит здесь пикет солидарности, пикет поддержки требований шахтеров Кузбасса, да и всех шахтеров России. Вилы, яхты подождут, оплати шахтерам труд. Вилы, яхты подождут. Мы солидарны с шахтерами, потому что когда у нас были взрывы в Москве, вся Россия была солидарна с нами. И нам нужно быть солидарными сейчас, чтобы добиться перемен в нашей стране. Надо была акция по поводу взрыва на шахте Распаска. Мы специально проводили около офиса Евразгрупп, который владеет 40% акций. Я говорю, ну, это шахта. Это, конечно, такой типичный случай для ну, всяких российских корпораций, западных в том числе. И то, что надо, чтобы общество обращало на это внимание по максимуму, чтобы таких эпизодов больше не происходило.